В Ангарске пройдет масштабный патриотический концерт «Вместе мы сила». Главное культурное событие декабря завершит год педагога и наставника. 6000 зрителей смогут насладиться танцевальными, вокальными, театральными и другими постановками. Все они наполнены любовью к родине и благодарностью к ее защитникам. Немало времени будет уделено и тем, кто вносит весомый вклад в воспитание подрастающего поколения – учителям. Сейчас участники ответственного мероприятия проводят ежедневные репетиции. Призван и есть сюрприз. Мы сюрпризы открывать не будем. Я думаю, надо прийти посмотреть, какие сюрпризы. Ну, по крайней мере, мы стараемся. И наш город заслуживает, чтобы вот такие концерты. Тем более мы делаем это в основном упор на молодежь. Концерт будет такой патриотический. И любовь к России, к городу мы должны прививать людям. Концерт «Вместе мы сила» состоится 12 декабря во Дворце спорта «Ермак», начало в 19:00. Желающие присоединиться к большому событию могут бесплатно получить билеты в кассах Дворца культуры «Современник».